Ребята, всем привет! Сегодня очередная инициатива от Госдумы, про которую я хочу рассказать. Она касается тех водителей, которые блокируют другие автомобили. Речь идет о внесении поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации. Данный законопроект был на днях принят в третьем чтении уже, то есть вполне возможно, что в ближайшее время его уже примут, подпишут, и он вступит в силу. Речь идет о том, что для тех водителей, которые блокируют другие транспортные средства, то есть ограничивают их перемещение, будет введено суровое наказание. Возможно, 4 вида наказания. То есть, если просто человек заблокировал чужую машину, ему могут выписать штраф. Штраф там идет от суммы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. То есть 300 тысяч может максимальный штраф составить. Далее ему могут грозить обязательные работы, ему могут грозить принудительные работы, а также реальное лишение свободы на срок до 1 года. То есть, грубо говоря, ты человеку машину во дворе перекрыл, и тебя могут в крайнем случае посадить сразу на целый год за это в тюрьму. То есть такой суровый закон. Это речь идет о тех случаях, когда ты просто заблокировал чужое транспортное средство. Помимо этого, в этой же статье еще есть случаи, когда это блокирование привело к последствиям. То есть если человек получил какую-то травму, вред жизни, либо человек погиб, то в самом сложном случае, когда это блокирование транспорта привело к смерти двух и более лиц, водителя могут посадить на срок до 10 лет. То есть до 10 лет грозит наказание за такое нарушение, получается. Скорее всего, я так подозреваю, что речь идет в этих случаях, когда привело это к погибшим, что если человек заблокировал карету скорой помощи, то есть частенько такое в последнее время возникает, что перекрывают движение, ограничивают, где-то во дворах машины бросают. Я так подозреваю, что речь идет именно об этом. То есть, если из-за этого человеку либо не успели оказать помощь, либо больного, который скорой помощи не успели довести в больницу из-за того, что кто-то заблокировал дорогу, то таким нарушителям будет очень суровое наказание грозить. Ну а первый случай, про который я говорил, где просто до 1 года, оно может вполне касаться и обычных случаев, которые в каждом дворе встречаются, что люди бросают машину поперек, и другие не могут выехать. То есть, даже за это родители смогут либо оштрафовать, либо посадить на срок до 1 года. Вот такие вот серьезные поправки. Я думаю, в ближайшее время они будут приняты, раз они уже в третьем чтении утверждены. Кто что думает по этому поводу, пишите в комментариях. Все, ребята, всем спасибо.